Просфора – это хлебец особой формы, используемый на божественной литургии. Слово «просфора» с перевода с греческого языка означает «приношение». Просфора состоит из двух частей, как мы и нарисовали – верхней и нижней. Верхняя часть символизирует божественную природу Христа, а нижняя – человеческую. Сверху просфоры имеется печать. Чаще всего это крест и буквы, что означает «Иисус Христос – Победитель». Сбоку я нарисую стрелку, чтобы было понятно, откуда освещение. А с другой противоположной стороны будет теневая часть. Я добавлю легкий штрих, чтобы не запутаться.